каждым годом крепнут узы советско-польской дружбы. Одним из ярких ее проявлений стали дни Калининградской области в Эльбломском воеводстве Польской Народной Республики. 10 городов воеводства радушно принимали многочисленных посланцев Калининградской земли. Такие встречи дают возможность больше узнать друг о друге, поделиться заботами, чаяниями. Первый секретарь Эльбломского городского комитета Польской Объединенной Рабочей Партии Витольд Дзевалтовский ознакомил гостей с жизнью тружеников воеводства. В свою очередь, секретарь Калининградского обкома партии Юрий Петрович Петров рассказал о социально-экономическом и культурном развитии области. Его рассказ дополнила большая выставка, развернутая в помещении воеводской публичной библиотеки. На фотографиях запечатлены многие моменты жизни, работы и отдыха калининградцев. В трудовых коллективах Эльблонга немало активистов общества польско-советской дружбы. Новым шагом в ее развитии стала нынешняя встреча. Калининградцы подготовили разнообразную культурную программу. Не впервые выступает в Польше ансамбль «Россияна» из Черняховска. Колоритные танцы и песни самодеятельного коллектива встретили теплый прием зрителей. Выступления профессиональных и самодеятельных артистов, спортивные состязания убедительно подтвердили, что искусство и спорт еще теснее сближают народы братских стран. Множество впечатлений принесли эти три дня. Такие встречи надолго остаются в памяти.